Йоу, всем привет, меня зовут Бибой Чирита, и с вами снова на проекте Break Advice. Итак, на сегодняшнем занятии я покажу вам несколько своих любимых тем для воркаута ног. Ну что ж, начнем. Я вам сегодня покажу 3 воркаута. Все они будут различаться по сложности. Итак, первый воркаут. Для меня он очень легкий, но в нем присутствует немного русского народного. Он состоит из нескольких частей. Для начала я вам покажу его полностью. Это первый воркаут. Итак, он состоит из нескольких частей. Первая часть очень легкая. Ее можно использовать в футворке. Впрочем, как и весь этот воркаут. Итак, сначала идет правая нога, потом левая. И далее мы встаем на правую ногу и потом на две. При этом двигаемся немного по кругу. То есть получается, начинаем, например, спереди. Следующий шаг, мы уже смотрим в бок и так далее. Окей. Первая часть легкая. Вторая, я бы не сказал, что сложная тоже. Итак, мы делаем первую часть. И отсюда выпрыгиваем, касаемся ног и встаем обратно на корточки. И потом делаем еще. И опять прыгаем. Все очень просто. Ну и давайте попробуем это сделать быстро еще раз. И это был мой первый воркаут для ног. Второй воркаут, выглядит он вот так. Это второй воркаут. Во-первых, вам нужно понять форму, в которую вы приходите. Эта форма очень простая. Например, правую ногу зажимаем под левое колено и встаем. Вот это и есть форма. Попробуйте, может быть, с нее прыгнуть обратно. Окей. Чтобы прыгнуть в эту форму, вам надо, чтобы прямая нога перешла в позицию согнутой ноги. А согнутая нога просто, можно сказать, прыгнула под коленку. То есть смотрим. И обратно. Еще один момент. Мое тело поворачивается. То есть, например, делаем мы в правую сторону. Я поворачиваюсь в правую сторону. Делаем в левую. Я поворачиваюсь в левую. Окей. И, впрочем, голова, по сути, может оставаться... Ну, может смотреть вперед, продолжать, но ваше тело поворачивается на каждую сторону. Еще раз. Сгибаем прямую и под коленку согнутую. Согнутая, в принципе, особо ничего не делает. Если для вас это слишком легко, добавьте прыжочек. То есть вот. Это уже будет поинтереснее. Друзья, третья часть. Как я же люблю эту третью часть. Для начала я даже не буду показывать. Для начала выучим движение из футворка, очень легкое. Например, если у вас нога левая прямая, ставим левую руку
и просто меняем накрест ноги и обратно. Своеобразные ножницы. Пам, пам, пам. Окей, это все очень легко. И естественно, у нас же воркаут, правильно? Если вы сделали с руками, теперь мы попробуем сделать это без рук. Не забываем, что для всего такого воркаута вам нужно научиться толкаться согнутой ноги. Ну, упражнения для этого очень простые, я не знаю, вот, например. И причем это очень хорошее упражнение для контроля. И что мы делаем дальше? Вот мы научились с руками, теперь мы делаем без рук. Получается, толкаемся согнутой, делаем ножницы и обратно. Итак, это были три воркаута, которые я очень люблю. Ну уж так и быть, я дарю их вам. Йоу, итак, друзья, всем спасибо. С вами был Бибой Чирита на проекте Break Advice.